Орфографические ошибки, неверные сроки подачи документов и неверное их оформление в целом – все это может стать причиной непростой ситуации между работником и бухгалтером организации, в которой он работает. Акцентировать внимание последнего на якорных моментах призван семинар Фонда социального страхования, который прошел в Центре культуры и молодежной политики Десногорска 12 марта. Цель нашей сегодняшней встречи – это помочь бухгалтеру в практической ежедневной работе избежать ошибок, чтобы это могло привести к своевременным выплате пособия работникам. Проект «Прямые выплаты» работает с 2011 года по всей России, а на Смоленщине это относительное новшество – с января 2019-го. С тех пор компенсационные выплаты работникам осуществляет не работодатель, а сам фонд социального страхования. Такая форма взаимодействия гарантирует сотруднику получение пособий. Но среди случайных ошибок заполнения бланков встречается и злой умысел – подача заведомо поддельных документов. Просто обратить, сравнить его с другими бланками, позвонить нам, мы пробьем номер, посмотрим, действительно ли такой номер был в нашей системе, куда он распределялся, и вполне возможно, что ваши сомнения могут быть и подтверждены. Такие семинары фонд проводит регулярно по всей области. Организаторы отмечают не только положительный эффект от их проведения, но и активную обратную связь от участников семинара. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.